Добрый день, уважаемые дамы и господа, друзья. Мне очень приятно встретить вас всех в одном из наших знаменитых спортивных клубов «Самбо-70». Особенно приятно, что мы собрались по случаю открытия нового зала. И то, что вы сегодня вместе с нами, все здесь используете это мероприятие для того, чтобы поговорить по проблемам развития борьбы самбо, это приятно втройне. Самбо – это наш национальный вид спорта, который давно уже перешагнул национальный порог. Этот вид спорта развивается активно на всех континентах, приобретает все большее и большее количество сторонников, все больше и больше становятся любителей самбо, зрителей, болельщиков. Развивается судейство, совершенствуются правила. Самбо – это очень динамичный, красивый вид спорта, который вобрал в себя большое количество единоборств народов бывшего Советского Союза. В этом смысле он уже изначально, если говорить с сегодняшних позиций, является интернациональным. Одним из прародителей самбо был человек, который получил спортивное образование в Японии и по возвращению на родину сделал все для того, чтобы имплементировать все свои знания, полученные в стране восходящего солнца, в России, как я уже сказал, с упором на национальные виды борьбы народов бывшего Советского Союза. Это все создало великолепную базу для развития этого вида спорта. Мы будем делать все для того, чтобы вас поддерживать. Надеемся, что этот вид спорта когда-нибудь войдет и в число олимпийских видов. Полагаю, что это было бы вполне оправданно и справедливо. И наоборот, неоправданным является изъятие из спортивной олимпийской программы традиционных видов единоборств, тех видов спорта, которые лежали изначально в основе олимпийских программ и олимпийских соревнований еще в доисторические времена, во времена Древней Греции. С этих видов спорта, по сути, и начиналось олимпийское движение. Ну, это отдельная тема. Я понимаю, что количество олимпийских видов спорта, с одной стороны, ограничено, а с другой стороны, они должны развиваться. Нужно отдавать дань уважения современным, интересным, прогрессирующим и привлекающим миллионы людей видам спорта. Но это уже отдельная дискуссия для организаторов спорта. Это дискуссия, которую, я надеюсь, мы еще будем иметь возможность провести с нашими друзьями из Международного олимпийского комитета. Но что касается самбо, то полагаю, что таким видом спорта, как борьба самбо, безусловно, должна быть открыта дорога в олимпийскую программу. Я вас хочу еще раз поприветствовать и надеюсь, у нас состоится активный, живой и практически семейный разговор, поскольку мы одна семья. Спасибо большое за внимание.